что же, всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем играть в Assassin's Creed Black Flag. Ты втянул меня в это, ни слова не сказав, Кит! Что это, черт возьми, за шут был там, говори! А, Табай, ассасин и мой наставник. Так ты увяз в какой-то нелепой религии. Мы ассасины, и у нас есть кредо, да. Но оно не требует от нас покорности, лишь мудрости. Ну, расскажи, очень интересно. Ничто не истинно, все дозволено. Ничто не истинно, все дозволено. Все дозволено? Мне нравится, пожалуй. Думать, что хочешь, и делать, как знаешь. Ты как попугай, а смысл не понимаешь. Хватит меня поучать, Кит. Я думал, ты мой друг. О-о-о-о-о-о! Спасибо. Блин! Мне надо за Китом, походу, быстренько пробежать. Давайте быстренько пробежим. Давай. Ты втянул меня в это, ни слова не сказав, Кит! Что это, черт возьми, за шут был там? Говори! А, Табай, ассасин. Табай, ассасин. Так ты увяз в какой-то нелепой религии? Мы ассасины, и у нас есть кредо, да. Но оно не требует от нас покорности, лишь мудрости. Ну, расскажи, очень интересно. Ничто не истинно, все дозволено. Угу. Вот то, в чем можно быть уверенным. Все дозволено? Да мать твою-то, а! Хватит меня толкать, Кида, а? Я что, буду полчаса это проходить? Ты втянул меня в это, ни слова не сказав, Кит! Что это, черт возьми, за шут был там? Говори! Говори. А, Табай. Ассасин. И мой наставник. И мой наставник. Так ты увяз в какой-то нелепой религии. Мы ассасины, и у нас есть кредо, да. Но оно не требует от нас покорности, лишь мудрости. Ну, расскажи, очень интересно. Ничто не истинно, все дозволено. Давай не толкай меня, пожалуйста. Вот то, в чем можно быть уверенным. Все дозволено? Мне нравится, пожалуй. Думать, что хочешь, и делать, как знаешь. Ты как попугай, а смысл не понимаешь. Хватит меня поучать, Кит. Я думал, ты... Кит. Дальше пути нет. Это дверь, похоже. Да. Она должна как-то открываться. Дай мне... Ах ты ж, блин! Я испугался! Блоки наверху. Попробуй сдвинуть. Так это за вами гоняются тамплиеры? Пока ты не спутал нам все карты, это мы гонялись за ними. Мы обратили их в бегство. Да? Но теперь они сильнее. А с помощью кого? С помощью Эдварда? Клево, правда? Так. Кажется, механизм сломан. Слушайте, мне очень нравится Assassin's Creed Black Flag. Прям как во второй части. Чего-то клево. Куда? О, вода! Вау, так мы под водой еще? Вау! Ребятки, мне реально нравится эта игра. Black Flag, прям вот реально клево. Прям ты в воде, это вообще прям. Реально клево. Под водой так все. Клёвенько. Давай, выбирайся. А я могу под водой, да? Я еще могу под водой? А, нет. Кида, ты где? Наверное, там сокровища. Да.
Точно. Надеюсь, я трачу столько времени не напрасно. Зависит от тебя. В смысле? Я покажу тебе такое, что голова пойдет кругом. Надеюсь, ты выдержишь это. Не сомневайся. Ну, так, как я забрался во второй час. Ух ты ж, блин, я испугался. Так, угу. Это он? Великий приз, про который говорил наставник. Он совсем не похож на того мудреца, увы. Не расслабляйся. Нас ждет еще одна загадка. Статуи вроде тех, что мы видели раньше. Кида! Только с рисунками. Блин. На полу тоже есть рисунки, но совсем другого рода. Между ними точно есть связь. Но какая? А что мне это делать? А, вот куда мне надо. А так, ты бы сразу так бы и сказал. Животные на статуях и на полу отличаются друг от друга. Видишь? Да, нет. Я и не да, смотрел. Одни хищники, другие добыча. Но как их соотнести? Непонятно. Да, вот тебе и связь. Совместить хищника и добычу. Может, картинки на полу передвинет какой-то рычаг? Я хотел сказать то же самое. Нет, не так. Что? Да. Чуть не врубаюсь я. Ах, да не, врубаюсь понемногу. Вот. Блин, ну вот что за баг, вы посмотрите, где Кида. Что за надо делать-то? Ну. Я понял. Понятно. Отпусти. Походу все. Да не, не знаю. Может, если я
давай. Да какую загадку, а? Хотя, подожди, ага. Минуту. Да подожди. Что-то не сходится. А ты подвинь, знаешь. Нет. Я понял. Ага, так. Вот сюда. Нет, не получится. Вот не получается. Ну, хотя, минуту, да, подожди. Сюда. Вот, понял. Да, я понял. Так, это получается, тут надо по рисункам. Я-то не врубился раньше времени. Первое. Подошла. Дальше? Или все? А, дальше. Ага, понятно. Так, остановись. Давай. Не тупи. Камни могут быть противовесными. Так. Подожди. Синяя подходит, да. Барашку или слоем это. Так. Вот. Должно подойти. А. Так. Давай прыгай. Ну и последнее. Последний у нас красный, да? Да. Давай. Помоги мне, ладно? Зачем? Зачем тебе? Блин, подожди, не туда. Минуту. Да, подожди ты. Кида. Отпускай. Все, ну, да. И да, мы это сделали. Боже, это же мудрец. Но этой штуке уже сотни лет. И что? Даже больше. Уверен, что это он? Да. Узнал по глазам. Тамплиеры сказали, зачем он им нужен. Они налили его кровь в стеклянный сосуд. Угу. В такой? Да. И хотели расспросить про обсерваторию, но он сбежал. Хм. Идем отсюда.
Так, задание выполнено. Страшная тайна мудреца. А, ну, на этом, думаю, будет все, потому что мне пора бежать в школу. Да ладно, шучу, я болею. Слава богу, я уже неделю не хожу в школу. Ну, это, конечно, плохо, потому что скоро мне надо исправлять оценки, а у меня-то, я думаю, так-то не лучше. Что за чертовщину я там видел? Ладно, сейчас нет времени. Ну, в общем, всем удачи, всем пока. С вами был Apple Orange. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.